познакомились за эти пару дней. Такие люди, знаете, вот одного духа говорят. Мы-то правда все одного духа. Одним духом напоены, Библия говорит, да, одним духом крещены в одно тело. Но тем не менее, есть люди вот как-то или по душе разные, или как-то и по духу, я не знаю, разные. А вот тут как-то вот все слилось так, один в одно. Поэтому очень дорогие люди нам, пастор Андрей, пожалуйста. Я не знаю, как там сами распределитесь, да? Доброе утро.